Спасибо. Вы знаете, друзья, сейчас произойдет это событие, оно все-таки произойдет. Я видел, как люди прощаются навсегда, видел, как остаются навсегда. Я это видел. Я сам пару раз уходил навсегда. И я видел этот момент, и внутри многое происходит. Кто-то старается до конца оглядываться, кто-то разворачивается и уходит, не повернувшись, не оглянувшись. А что там происходит, я не знаю. Я видел, как подводники уходят в дальний поход на несколько месяцев. И когда они спускаются в лодку, они глядят на небо. Зачем, не знаю. Мы этого делать не будем. Мы сейчас исполним последнюю песню и на высокой ноте закончим. Понимаю, что юность закончилась, давно закончилась. Я ее помню, я тогда ощущал себя несчастным. А сейчас же я понимаю, что там было счастье. Потому что там я был уверен, что я никогда не пойду на компромисс. Никогда не буду врать, никогда ничего не буду бояться. Потому что я слышал голоса. И я считал, что я буду лучше жить, чем те, кто жил до меня. Я слышал эти голоса, и я был уверен, что я буду бескомпромиссен. Сейчас слышу эти голоса, они звучат не так отчетливо, потому что я понимаю, что зовут уже не меня, зовут тех, кто рядом, но кто моложе, тех, кто не пошел на компромисс, тех, кто не со мной. Я слышу эти голоса, но зовут уже не меня. Но если ты когда-нибудь слышал эти голоса, не предавай. Нельзя предавать юность, ну нельзя. Голоса зовут.